сейчас обратила внимание на решетку, как она крепится к краю. Объясни, пожалуйста, к чему она крепится и каждая ли или через одну можно крепить? Ну, по конструктиву самого подиума здесь необходима юбка. Юбка несет две задачи. Первая ее задача – это ветрозащита, а вторая задача – это как раз-таки фиксация самой стены решетки к подиуму. Ставится она во внутренний контур. И здесь надо, первое, это материал, из которого сделана эта юбка. Она может быть сделана из ОСБ, может быть сделана из фанеры. Кто-то даже доску дюймовку загинает. Но толстые материалы достаточно сложно загнуть, достаточно сложно прикрутить. ОСБ один из дешевых вариантов, но качество ОСБ очень сильно отличается. Бывает хорошая влагостойкая, бывает менее качественная. Так вот, что происходит? Была высокая снеговая нагрузка на юрте, на 7-метровой, и там как раз-таки две опоры всего стоит, ну, в базовой комплектации у нас. Был шторм, сильный ветер, и юрту наклонило. Саморезы прорвали насквозь эту юбку, и стена решетка шагнула вовнутрь. Столбы, естественно, наклонились. Мы юрту почистили от снега, задомкратили купол, выставили его в уровень. Стена встала на место. Но мы поняли, что юбка сгнила из ОСБ. Все-таки, ну, влагостойкая она, ну, вопрос, насколько, там, сколько она проживет. Потому что она контактирует с лагой, кто-то снег не счищает, вокруг юрты очень много снега. Но смысл такой, что мы заменили юбку на фанеру. И на сегодняшний день, если мы реализовываем подиум, ну, своими руками, своими силами, то делаем всегда из фанеры толщиной 8 мм, ну, минимум 6. И фиксировать саму стену решетку можно также двумя способами. Это либо саморезы с внешнего контура мы фиксируем, либо болтами, которые идут в наборе, в скобином. И тогда это все выглядит в одном стиле. У нас на видеоинструкции показано, как устанавливать стену решетку, как собирать сегменты между собой. И уже там через одну реечку мы фиксируем болтом. И этого достаточно.